Сегодня мы говорим с вами о трудных темах русской грамматики на уроках русского языка как иностранного. Ну, я заметил то, что наши ряды так немножечко поуменьшились, вас стало меньше, ну, потому что в связи с тем, что некоторые студенты уже сегодня уезжают. Если есть возможность, давайте вот эти вот места не будем оставлять пустыми. Может быть, кто-то хочет сесть поближе, может быть, кому-то комфортнее будет здесь, а не за углом где-то там прятаться. Прошу, занимайте вот эти места, здесь тоже, в принципе, комфортно. Итак, мы говорим с вами о трудных вопросах, о трудных темах русской грамматики на занятиях РКИ. Студент, который начинает изучать русский язык, сталкивается с трудными вопросами грамматики буквально с первого занятия. Это обусловлено тем, что русская грамматическая система уникальна, она очень часто не похожа на грамматическую систему других языков. Соответственно, у студента возникает вопрос, почему вот это слово в его родном языке имеет такую, например, позицию, а в русском языке это совершенно по-другому. Соответственно, преподаватель должен пытаться понять, каким образом минимизировать трудности на занятиях по русскому языку, каким образом сделать процесс обучения максимально комфортным, чтобы все трудные вопросы максимально становились простыми, чтобы все нивелировалось и чтобы обучение приносило в первую очередь радость и комфорт. Первая идея, которая должна быть понятна преподавателю, ну и, наверное, студенту тоже, если студент знает грамматику, это еще не значит, что он знает иностранный язык, ну, в нашем случае русский язык. Знание предложно-падежной системы, умение спрягать глаголы, извините, это еще не владение русским языком. Если студент может сказать «я пишу, ты пишешь, он пишет, мы пишем, вы пишете, они пишут», это еще не значит, что студент готов вступать в коммуникацию. Но вместе с этим, если студент не может правильно оперировать грамматическим аппаратом, если студент не может правильно использовать те или иные грамматические формы, то так или иначе это ведет к пробелам, к белым пятнам в коммуникации. Соответственно, так или иначе, возможны коммуникативно значимые ошибки, которые ведут к нарушению понимания. Поэтому коммуникация без грамматики невозможна в должном уровне на 100%. Без знания грамматики невозможно полноценное владение языком. Да, конечно, некоторые студенты даже спустя год после того, как они начали учить русский язык, может быть, не все знают. И я иногда сталкиваюсь с такими ситуациями, когда, например, студенты не могут правильно сформулировать в магазине, что они хотят. Там 5 килограммов мяса. Я говорю, а как вы, собственно говоря, покупаете продукты? Как? Я прихожу в магазин и говорю, я хочу вот это. Все. А это? А этого много. А этого мало. Нет, это много. Хочу мало. Значит, еще меньше, да? Ну, извините. Конечно, коммуникация возможна. Я могу сказать то, что я болгарского языка не знаю, несмотря на то, что на слух могу воспринимать отдельные предложения, отдельные фразы. Но если я поставлю себе цель, может быть, я тоже смогу что-то по-болгарски объяснить там, тому же самому продавцу в магазине, что я хочу. С помощью жестов, с помощью какого-то вот мимического выражения своих идей. Это вы знаете, как в телепрограммах, в новостях обычно внизу в окошечке сидит женщина, которая активно машет руками. Может быть, каким-то образом даже у меня получится что-то сказать по-болгарски, или по-японски, или по-китайски. Но это не называется владением языком. Студент должен понимать, что
он должен овладеть двумя типами грамматики. Это активная и пассивная форма. Что такое активная грамматика? Давайте подумаем вместе. Что такое активная грамматика? Вот на слайде, в принципе, что-то написано, но очень как-то сложными такими словами, сложными предложениями. Давайте попробуем вместе понять, что такое активная грамматика. Это вопрос для всех. Наверное, грамматические единицы, которые используются наиболее часто в повседневном общении. Так, есть еще идеи? Еще? Некоторые авторы еще говорят, что активная грамматика – это грамматика говорящего, а пассивная грамматика – грамматика слушающего. Хорошо, еще? Так, ну давайте вместе разбираться. Активная грамматика, в первую очередь, это те формы слова, которые несут определенный смысл в составе предложения. Если я трансформирую слово, то смысл предложения меняется. Я иду в магазин. Вектор. Куда? Цель. Да? Я купил книгу в магазине. Другая форма существительного «магазин». Меняется смысл. А вот пассивная грамматика – это когда я использую грамматические единицы в зависимости от формы. То есть наоборот. Соответственно, какие грамматические навыки для нас, как для будущих преподавателей, будут актуальны? Ну, наверное, это языковые и речевые. Это то, о чем мы с вами говорили час назад, но, наверное, вы это уже все забыли. Языковые грамматические навыки – это навыки образования формы вне коммуникации. Я купил, ты купил, он купил, мы купили. Но коммуникации-то еще нет никакой, правильно? А вот речевые грамматические навыки – это навыки употребления полученных конструкций уже в коммуникации. Вчера я купил книгу в магазине, а завтра я пойду в университет и буду читать книгу. В книге я нашел интересные упражнения. А что ты будешь делать завтра? Завтра я буду слушать музыку. Что ты делал вчера? Вчера я слушал музыку. Вот различные грамматические формы непосредственно в коммуникации. На начальном этапе обучения, немножечко повторим то, что у нас уже было, студент знает имя существительное, имя прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, предлоги и союзы. Казалось бы, вот, все. Студент уже все знает. А что же ему, бедному, несчастному, делать на продвинутых этапах? Если он уже такой умный и все знает на начальном этапе. Если он выучил все части речи на начальном этапе, то что он делает на продвинутом этапе? Молчит. Что делает студент на продвинутом этапе обучения? Если предполагается, что все основные части речи он уже знает. Откуда эта фраза? Борис Годунов, да. Вы хорошо знаете творчество Пушкина, а вот теперь давайте думать все же о грамматике и о трудных вопросах. Вы помните, что сначала студент знакомится с материалом, потом он этот материал пытается использовать в различных ситуациях, потом студент пытается автоматизировать знания, а потом студент улучшает, усовершенствует эти знания. Соответственно, на продвинутом этапе обучения мы выбираем наиболее трудные вопросы грамматики и пытаемся уже работать не только с существительным, но с существительным, которое, например, мы получаем из других частей речи. Мы работаем не только с глаголом,
самостоятельном, в таком вакуумном состоянии. Но мы работаем с трудными вопросами, например, вида, совершенного или несовершенного. Мы работаем не только с причастием, как обособленной формой глагола, но мы работаем с трудными вопросами образования причастий. Мы работаем не только с числительными от 1 до 10, сколько тебе лет? 5. Да? Завтра будет 10, а сегодня еще 5. Но мы работаем с трудными вопросами, например, согласования числительных и существительных или прилагательных. Мы улучшаем знания, которые есть у студента. Есть некая теория о концентрическом обучении. То есть на начальном этапе студент получает какие-то определенные знания, на продвинутом этапе он возвращается к тому, что он уже знает, но на новом уровне. Как по спирали он поднимается наверх к абсолютному совершенному владению русским языком. Совершенно нет ничего удивительного, что на продвинутом этапе студент опять говорит и о существительных, и о прилагательных, и о глаголах, но это уже будет совершенно другой разговор. Это уже будет разговор не учителя и ученика, когда учитель что-то дает, а ученик что-то берет. Это уже будет диалог двух партнеров. Когда студент пытается понять, как это функционирует, и спрашивает учителя, а учитель направляет студента в нужное русло, делая его знания более глубокими, более серьезными и расширяя горизонты владения русским языком. В частности, те вопросы, о которых мы с вами сегодня будем говорить, мне кажется, представляют наибольшую трудность для всех студентов, вне зависимости от национальности. Сегодня мы с вами поговорим о причастиях. Ой, как хорошо, да? Да. Сегодня мы с вами поговорим о числительных. Еще лучше. Еще лучше. А закончим наш разговор обедом. Да, то есть в результате-то все равно обед будет. Да. А для того, чтобы обедать, мы пойдем в столовую. То есть мы будем говорить о переходе одних частей речи в другие. Да, субстантивация так называемая. Вот, собственно говоря, тот список проблем, которые мы должны с вами постичь за оставшиеся 62 минуты 35 секунд. Итак, начинаем. Причастие. Причастие – это некая атрибутивная форма глагола. Это некая особая форма глагола. Студент должен понимать, что причастие – это некий синтез двух самостоятельных частей речи. Глагол и прилагательное. Отлично. А вот теперь давайте вместе думать. Если глагол – это папа, прилагательное – это мама, то причастие – ребенок. Что берет ребенок? Все самое лучшее, что есть у папы и у мамы. 50 на 50. Да, 50 на 50. И не всегда. И не всегда, да. Иногда в дело вмешивается сосед. И не всегда. И тоже не всегда. Соответственно, для того, чтобы студент понимал, как функционирует причастие, как вообще мы можем породить причастие как особую форму глагола, студент должен совершенно четко понимать, какие признаки есть у глагола и какие признаки есть у прилагательного. Я хочу увидеть сейчас красные лампочки на ваших микрофонах. Раз, два, три, 4, 5, 6. Почти все. Вот еще осталось там. Да. Вот теперь все лампочки вижу. Итак, вспоминаем. Какие атрибуты есть у глагола? Да, пожалуйста. Если брать во внимание, что причастие – это ребенок, да, то причастие от глагола берет основной признак действия, а от прилагательного признак. Все правильно. То есть мы описываем действие. Да. Мы говорим о действии с точки зрения
его качество. Какое это действие? Но вместе с этим мы должны понять, как функционирует причастие. Причастие функционирует и по модели глагола, и по модели прилагательного. По какой модели функционирует глагол? Во-первых, это я читаю, ты читаешь, спряжение, хорошо, лицо, да, лицо, время, молодцы, вид, да, какой вид мы знаем? Совершенный, несовершенный. Так, быстренько вспоминаем, что показывает несовершенный вид? Незаконченность действия, продолжительность, процесс, повторяемость. Еще? Приступ к действию. Приступ к действию. Да, начало действия, да. Еще? Вчера я читал книгу. Что это такое? Это процесс? Общий факт. Общий факт, да, все правильно. Да, какие у нас сегодня активные студенты. Я знаю. Я хотел, чтобы это сказали студенты все же, да? Но, тем не менее, вы меня спасли. Мы просто называем действие. Что показывает совершенный вид? Не слышу. Результат, да. А у вас микрофон в другую сторону. Результат еще? Однократность действия. Однократность действия, молодец. Еще? Да, а чем законченность действия? У меня очень хорошие уши, потому что большие. Да. Чем законченность действия отличается от результата? В принципе, не очень. Да, в принципе, ничем. Какая разница? Законченность, результат? Да. Я читал книгу, но не прочитал ее. Нет результата, отсутствие результата. Отрицательный результат – это тоже результат. Да. Итак, вот совершенный, несовершенный вид. Все назвали или что-то еще забыли? Итак, лицо, время, вид, число, конечно. Переходность, непереходность. Отлично. Что такое переходность, непереходность? Это некое качество глагола присоединять к себе объект в винительном падеже без предлога. Что ты читаешь? Я читаю книгу. Книга существительное в винительном падеже без предлога. Соответственно, действие переходит на объект. Это постоянный признак глагола. Глагол «читать» не может быть сегодня переходным, завтра не переходным. Это постоянное качество, постоянный признак глагола. Что-то еще мы забыли? Залог. Залог, ну конечно, да, активный и пассивный залог. Еще одна важная деталь. Важная деталь, которая в Таиланде уже не важна. Я подсказываю. Не, в Таиланде возвратность важна. Молодец. Род, конечно. Он читал, она, они, оно. А как оно может читать? Да. Как я люблю ловить студентов. Хорошо, прилагательное. Какие признаки характеризуют прилагательное? Род, число, падеж. Да, еще? Разряд. А что такое разряд прилагательных? Да, все правильно. Мы должны классифицировать прилагательные по принципу качественное, относительное и притяжательное. Зачем нам это нужно? Это нужно для того, чтобы понять, какие прилагательные и, соответственно, какие причастия могут иметь компаратив, суперлатив. Я специально говорю такие термины, которые будут понятны даже не филологам. Компаратив, суперлатив и краткую полную форму. Да? Ну, например, возьмем простой пример.
Он больной, он болен. В чем разница? Где Иван? Он болен. Где Иван? Он больной. Да. Он больной, это у него психические проблемы. А почему именно психические? Потому что постоянные. Он больной, сегодня он Наполеон. Да. Да. Всегда на выборе. А болен это в данный момент. Да, есть... это имел в виду. Постоянный признак. Да. Вы знаете, есть хороший анекдот. Когда человек звонит врачу и говорит: доктор, у меня психические проблемы, мне кажется, я болен. Да, что с вами случилось? Ну, вы знаете, мне кажется, что я Наполеон. Так никакой проблемы нет. Мы приходите к нам в клинику, у нас есть комфортабельная палата. В этой палате уже живет и Брежнев, и Сталин, да, и Гитлер. И вы там тоже будете чувствовать себя комфортно. Да нет, доктор, вы меня не понимаете. Я Наполеон, но я торт. Торт Наполеон. Да. Быть тортом все же лучше, чем просто Наполеоном, наверное. Не пробовал, не знаю. Да. Соответственно, причастие, как ребенок, получает все признаки глагола и прилагательного. И на основе этого мы компилируем причастие. Вот табличка для тех, кто не очень хорошо помнит, каким образом и от каких глаголов мы можем образовать причастие. Но в этой таблице, в принципе, ничего трудного нет. Левый столбик мы видим переходность, переходные и непереходные глаголы. Дальше, следующий столбик – это вид, совершенный, несовершенный. НСВ – это несовершенный вид, СВ – это тип вагона. Да, СВ – это совершенный вид. Дальше мы видим действительные или активные причастия, страдательные или пассивные причастия настоящего прошедшего времени. Хочу обратить ваше внимание, причастие будущего времени – не существует, несмотря на то, что некоторые филологи пытаются их образовать, даже пытаются доказать, что это реально. Но я принадлежу к тому типу людей, которые, если я это не видел, значит этого нет. Я еще не видел ни одного адекватного причастия будущего времени, поэтому я декларирую, что причастие будущего времени не существует. Плюсиками и минусиками отмечены те формы, которые возможны в различных ситуациях. Ну, например, действительные причастия настоящего времени мы можем образовать от глаголов несовершенного вида, которые будут переходными. Если это переходный глагол совершенного вида, ну, например, прочитать, я не могу образовать активное причастие настоящего времени. Но я могу образовать активное причастие прошедшего времени. Например, прочитать? Прочитавший. Прочитавший. А пассивная форма? Прочитанный. Прочитанный. Да. Так, давайте еще немножечко потренируемся. Слушать. Настоящее время? Слушающий. Слушающий, хорошо, да, пока работают только преподаватели. Ох, чувствуется, преподаватели поедут в Петербург, а студенты не поедут. Да. Так, слушающий. Прошедшее время? Слушавший. Слушавший. Да, уже просыпаются. Да, страдательное причастие настоящего времени? Нет. Как нет? А, слушаемый. Слушаемый, конечно, да. Слушаемая песня звучала по радио. Ну да, конечно, можно вот так вот ухо почесать, но некоторым так комфортнее. Да, прошедшее время? Прослушанное. Стоп, мы говорим о причастии и о глаголе несовершенного вида «слушать». Глагол «прослушать» — это другой глагол. Но формально, конечно, мы можем сказать «слушанный». Да, но что-то вот не то. А формально образовать это мы можем. Я надеюсь, за то время, пока мы с вами пытались образовать причастие от глагола «слушать», ленивые студенты, которые еще не знают,
как образуется причастие, смогли скопировать себе эту табличку в тетради для того, чтобы потом пытаться понять, как это работает. Да. Итак, причастие мы образуем от основы настоящего или прошедшего времени. И вот здесь возникает первая трудность. Но студент хоть убей не понимает, когда он использует суффикс «ущ», а когда он использует суффикс «ющ». Ну и честное слово, не понять бедному американцу, чем «ущ» отличается от «ющ». Для него это все едино. Вот здесь на помощь нам приходит фонетика. Посмотрите, пожалуйста, глагол «читать». Чтобы образовать основу настоящего времени, мы должны поставить глагол «читать» в форму. В какую форму? Третьего лица настоящего времени. Да, они... множественного числа. Да, они читают. После этого студент должен препарировать эту форму и убрать все ненужное. Как говорил один известный скульптор, когда его спросили, как же у вас получаются такие замечательные шедевры, он говорит, я беру просто кусок камня и убираю все ненужное. Вот чтобы получить причастие, нам нужно взять глагол и убрать все ненужное. Но потом, конечно, прилепить морковку, как нос снеговика, да? Правильный суффикс. Итак, какое же здесь окончание в слове «читают»? «Ют». Формально, конечно, это «ют». А что такое «ю»? «Йод» и «у». Да, «йод», «йод» и «у». Это дифтонг. Буква «ю» состоит из двух звуков. И вот если мы разделим эту букву «ю» на два звука, мы увидим, что окончание на самом деле не «ют», а «ут». Просто графически мы это никак не можем показать. Но когда студент видит вот эту схему, которую вы видите сейчас, ему гораздо проще понять, какой суффикс он должен добавить. Он убирает «ут», основа остается «читай», да? А потом добавляет фонетический суффикс «ущ», а потом обратно склеивает «й» и «у». То есть, если у него есть вот этот звук «Й», он его приклеивает к суффиксу «ущ» и получается «ющ». Если у него в основе нет «Й», ему нечего приклеивать. И у него остается чистый суффикс «ущ». Получается-то то, что «читающий» формально суффикс «ющ», нам его графически так проще показать. Но если мы разделим на сегменты, то получится тот же самый суффикс «ущ». Да? Вы это видите? Видите. Вот, соответственно, это должен увидеть ваш студент. И у него больше никогда не возникнет вопроса, какой суффикс поставить. Естественно, вначале он будет пыхтеть. Мышка пыхтела, но продолжала лезть на елку. Но когда у студента наступит уже третья фаза, фаза автоматизации, для него не составит никакого труда понять, в какой ситуации это будет «ущ», а в какой ситуации будет «ющ». Идем дальше. Следующий тезис говорит о том, что образование страдательных причастий настоящего времени менее регулярно, чем образование действительных активных причастий настоящего времени. Очень трудно образовать страдательное причастие настоящего времени, несмотря на то, что чисто гипотетически такая форма может быть. Мы должны помнить, что причастие настоящего времени мы можем образовать только от каких глаголов? Переходных, да, проверяем навыки чтения. От переходных глаголов какого вида? Несовершенного вида. Да, пожалуйста, прошу вас назвать переходный глагол несовершенного вида. Пожалуйста, молодой человек. Да. Переходный глагол несовершенного вида. Любой назовите. Читать. Читать. Да, только громко. Читать.
Так, причастие. Активное причастие настоящего времени. Читающий. Читающий, хорошо. Ваш глагол? Рисовать. Рисовать. Рисующий. Еще глагол? Делать. Делающий. Еще глагол? Писать. Писать. Пишущий. Опа! Трудность. Писать. Так, я этого не слышал. Писать, но пишущий. Очень часто студенты допускают похожую ошибку. Ошибка связана с тем, что глагол писать, но основа-то, они что делают? Они пишут в аудитории. А в туалете? Тоже иногда пишут на стенах. Да. Вот когда студент... Можно, в принципе, даже, если студент не хочет выучить эту форму, но, в конце концов, можно прибегнуть к технологии покраснения и приведения студента в чувство стыда. Это очень быстро помогает студенту запомнить, чем глагол «писать» отличается от другого похожего глагола. Совершенно. Да. Итак, у многих переходных глаголов несовершенного вида страдательное причастие, несмотря на то, что в схеме было указано обратное, образуется и употребляются редко или не образуется вообще. Хотя грамматически это возможно. Например, резать. Причастие? Режущий. Режущий? Возможно. А резать? Резать. Красть. Крадущий. Хорошо. Брить. Бреющий. Да. Чесать. Чешущий. Кормить. Кормящий. Да. Косить. Траву срезать. Косящий? Да, косящий — это когда я хочу смотреть туда, но получается туда. Косить. Косящий. Ну как-то что-то не то. Как-то не звучит, нехорошо. Косющий. Косящий. Да вообще тут непонятно как. Формально можем что-то сделать, да? Но не работает. Хотя все признаки, все условия для того, чтобы это работало, есть. Но знаете, вот иногда так бывает. У студента богатые родители, которые могут заплатить деньги за его учебу. У студента дома огромное количество техники. Хороший современный компьютер. Хороший там, допустим, спутниковое телевидение. У студента мама и папа говорят свободно по-русски. Но не идет у студента. Ну что ж поделать. Все условия есть. А студент не хочет изучать русский язык. Вот так же и здесь. Настоящее время еще может характеризоваться тем, что мы можем образовать некоторые причастия не только от переходных глаголов. Мы можем использовать некоторые непереходные глаголы для того, чтобы образовать причастие. Хотя это уже идет полностью разрыв всех правил. Мы не можем формально образовать причастие, а вот конкретно вот в этих ситуациях, для этих 5 или 7 глаголов, эти причастия реальны. Если эти непереходные глаголы управляют косвенным падежом с объектным значением. Ну, например, руководить. Руководимый. Предводительствовать. Быть предводителем, да? Предводительствуемый. Хорошее слово для скороговорки. Управлять, управляемый. Предшествовать. Предшествуемый. Нет, мы говорим о пассиве настоящего времени. Командовать, командуемый. Вроде бы формально нельзя, а вот для этих глаголов можно. Прошедшее время.
Для того, чтобы образовать причастие прошедшего времени, мы должны выделить основу прошедшего времени. Чтобы выделить основу прошедшего времени, мы должны поставить глагол в форму этого самого прошедшего времени. Но желательно, конечно, третьего лица. Он. Потому что там могут быть варианты. Играть – играл. После этого мы убираем суффикс прошедшего времени. Суффикс «элло». И у нас вот эта вот игра остается как основа прошедшего времени. Что мы делаем дальше? Дальше мы должны внимательно... Суффикс «рано» еще, да. «Рано» еще суффикс «рано». После того, когда мы нашли эту основу прошедшего времени, мы должны посмотреть, как заканчивается эта основа. Если основа прошедшего времени заканчивается на гласный, мы берем один суффикс. Если основа прошедшего времени заканчивается на согласный, мы берем другой суффикс. В данной ситуации играть, играл, игравший. Активное причастие, да? Нести. Основа прошедшего времени совпадает с формой глагола в прошедшем времени. Нес. Несший. Обратите внимание, «е» и «ё» могут быть тождественными в таких ситуациях. Среди кратких причастий прошедшего времени есть особая группа, которая является причастными предикативами на «но» и «то». Ну, например, «накурено». Здесь «накурено». Здесь чисто убрано, здесь занято, здесь заперто. Причастие прошедшего времени образуется не у всех переходных глаголов. Об этом сейчас мы с вами поговорим. Причастие прошедшего времени образуется, не образуется у глаголов несовершенного вида. Например, спрашивать. Мы можем образовать причастие от глагола спрашивать прошедшего времени, причастие. Спрашиваный, спрашивал. Можем? Нет, не можем. Глагол давать. Тоже отдельная история. Глаголы разнонаправленного движения. Водить, возить, носить. Тоже не могут нам дать причастие прошедшего времени. Опять-таки, список глаголов, которые формально могут давать нам причастие, страдательные причастия прошедшего времени, но, к сожалению, мы эти причастия не используем. Например, ненавидеть. Страдательное причастие прошедшего времени. Образуйте-ка. Ненавидеть. Двигать. Дарить. Торопить. Хранить. И огромное количество других глаголов не могут нам дать форму страдательного причастия прошедшего времени. Ну, я думаю, о причастиях я достаточно много интересных вещей сказал. Все же мы не можем говорить только о причастиях, поскольку наше занятие достаточно кратковременно по своей сути. А за это занятие должен породить как можно больше сомнений в вашей голове. Я должен дать вам как можно больше стимулов для самостоятельного изучения, поэтому, конечно, все это похоже на такие... картины художников-импрессионистов. Несколько грубых мазков, и получается в результате что-то такое вот общее. Да? Поэтому нам нужно некоторое время, чтобы поговорить о числительных. Такой вот странный мостик, да, причастие к числительным, но тем не менее числительные тоже являются одним из трудных, одним из интересных и не всегда понятных вопросов для носителей и для неносителей русского языка.
Если я вот часто очень студентам говорю такой вот простой пример. Напишите любое числительное больше 10 на листочке бумажки. Выйдите на улицу и попросите любого человека, если это речь идет о, допустим, там, Петербурге, Москве, неважно, любой русский город, попросите поставить это числительное, например, в дательный или в творительный падеж. Все, взрыв мозга. Моментально студенты перестают, моментально люди, не студенты, не филологи, перестают понимать, как это работает. Да, что это за чудо? Более того, даже на телевидении, несмотря на то, что раньше телевидение являлось все же эталоном речи, сейчас на телевидении такие ошибки встречаются сплошь и рядом. Именно поэтому всегда студенту-иностранцу, который изучает русский язык, приятнее делать что-то лучше русских. Как это работает, сейчас попробуем разобраться. Ну, во-первых, все числительные делятся на две категории – склоняемые и несклоняемые. Давайте думать, какие числительные мы можем просклонять. Числительное 1 мы можем просклонять? Да. Да. Числительное 8? Да. Да, хорошо. 156? Можем. 2/3? Две трети. 2/3 студентов не знают ответ на этот вопрос. Да. Числительные не имеют категорию рода, кроме числительных 2, 1/2 и оба. Числительные не указывают на род существительных. 5 книг, 5 студентов. По форме слова 5 мы не можем понять, какое существительное мужского или женского рода идет дальше. Числительные, как это ни странно, не имеют категорию числа. За исключением некоторых отдельных случаев. Например, тысячи студентов едут на экзамен. Сотни комаров. Да, некоторые студенты так сразу поморщились. Сотни комаров были убиты. С помощью несложного технического приспособления под названием фумигатор. И еще тысячи были повержены нехитрым орудием под названием полотенце. Итак, если мы будем говорить о склонении числительных, то мы все типы склонения, все модели склонения можем представить по следующим группам. Склонение числительных 2, 3, 4. Следующая группа от 5 до 10, от 11 до 19, а также 20 и 30. Следующая группа 50, 60, 70, 80. Дальше идет 200, 300, 400. Следующая группа 500, 600, 700, 800, 900. Отдельная группа это 40, 90, 100, 1,5 и 1,5. И следующая, самая последняя группа это оба, трое, четверо, немного, много, столько, сколько, несколько и так далее. Ну давайте немножечко потренируемся. 2. 2. Например, человека. В аудитории нет 2 человек. Я дал книгу 2. Ну, например, студентам, да? Да. Я вижу двух студентов. Я рад двум студентам. Или я рад за двоих. Или за двух. Или за двоих. И то, и то. И то, и то. А в каких ситуациях одно хорошо, а другое плохо? Или наоборот? Ну, рад за двоих. Рад за двоих, это значит, очень рад. То есть, как будто два человека радуются. Ага.
То есть за двоих это очень рад, а за двух, ну так, чуть-чуть, да? Как в японских мультиках, только половинка рта я улыбаюсь, да? Нет, за двух это два человека меня радуют. Ага. А двое человек меня не радуют. Почему? Тоже радуют. Но они радуют интенсивнее. Да, мы просто говорим о разных категориях числительных. Количественные и собирательные. Об этом чуть-чуть попозже, буквально следующий слайд. Ну и последний, я говорю, шестой падеж, предложенный падеж, я говорю о... О двоих. О двух, да. О пятерых, о восьмерых, о семнадцатерых студентах. Ой, как тяжело, да. Я говорю о группе студентов. Так проще. Да. Редкий оратор рискнет произнести даже трехзначное число в другом падеже, кроме именительного. Это цитата из газеты. К примеру, если докладчику надо сказать, что к 283 человекам сделаны такие-то прививки, то в лучшем случае эта фраза будет звучать так. 283 человекам... Да, почему вы смеетесь? Что вам не понравилось? Да. А что здесь плохо? Посмотрите в этом примере. Что плохо? Да. Потому что здесь в последнем примере числительное не склоняется существительным. То есть получается, что берем человека, самое простое, то есть простонемник, то есть есть соответствие поддержанной форме, а 280, то есть нет этого соответствия. То есть получается не связанное. Да. Все дело в том, что здесь происходит такой вот немножечко перенос знаний. Студент понимает, что, например, есть количество, есть порядковое числительное, которое похоже по форме на прилагательное. Например, на каком этаже ты живешь? Я живу на восьмом этаже. И если это этаж 308, то студент знает, что он должен изменять только последний элемент. Я живу на 308 этаже. И смотрю на всех свысока. А вот в количественных числительных мы должны изменять каждый элемент. Немножечко математики, чтобы не так грустно было говорить только о грамматике. 283. Это 2 умножить на 100 плюс 8 умножить на 10 плюс 3. Вот если студент сможет представить числительное в таком вот сепараторном виде, если студент сможет блеснуть своими математическими, арифметическими навыками и разделить это числительное на разряды, на группы, на составные элементы, на минимальные составные элементы, то студент сразу же поймет, что ему нужно изменить каждый из этих элементов. Смотрите, 283, три слова, да? А сколько элементов? Из скольки элементов состоит это числительное 283? 5 элементов. Это 2, 100, 8, 10, 3. На стадионе стоит 283 спортсмена. А вчера не стояло. Сколько спортсменов? Да, включайтесь, микрофоны включайте, говорите. Вчера не стояло. У вас есть подсказка, каждый элемент мы должны изменить. Я хочу родительный падеж. 283 спортсменов. Да? Я известный писатель, или поэт, или композитор, или художник, и я дал автограф. Кому? Фанатам. Кому я дал автограф? 283 фанатам. Да, только если мы чуть-чуть еще сделаем фонетику лучше, то мы услышим 280, да? Да. Трем. Фанатам.
Да, вы сказали совершенно правильно, я просто чуть-чуть сакцентировал, что мы меняем каждый элемент. Я вижу 283 спортсмена. А если это машины? А если это не спортсмены, а машины? Слава Богу, все остается по-прежнему. Слава Богу, да. Да. Вы так думали, что вопрос обязательно будет очень трудный, да? Да. Я рад спортсменами. Кем? Чем? Творительной поддержкой. Или доволен. Да, это будет даже лучше. Я доволен. Кем? Или чем? Двумястами, восемью, десятью, тремя студентами. И последнее. Я говорю о студентах. Все правильно? Я говорю о 283 студентах. Да. Существует еще одна определенная проблема, с которой сталкиваются все студенты. Как мы можем согласовать существительное с числительным? Я вижу двух красивых девушек. Я вижу двоих красивых девушек. Ну, возможно, да? Я говорю о двух красивых девушках. Стоят две красивых девушки или стоят две красивые девушки? Две красивые девушки. Или две красивых девушки? Стоят два умных студента или два умные студента? Да. А девушки красивых или красивые? Красивые. Да. А почему так? Да, ну вот преподаватели, я не сомневаюсь, что все это знают. А вот студенты. Мы должны обратить внимание, когда мы добавляем определение, мы должны обратить внимание на род. И здесь мы говорим только о числительных 2, 3, 4. Если это 5, то, извините, все, правило уже не работает. Но если это числительные 2, 3, 4, то мы обращаем внимание на род. Для мужского рода мы используем родительный падеж множественного числа, а для женского рода именительный падеж множественного числа. Соответственно, стоят две красивые девушки, но стоят два умных студента. Тренируемся. Вам нужно поставить в правильную форму эти слова, которые написаны в скобках. Пожалуйста. Первый пример. Давайте посмотрим. Мой двоюродный брат в количестве двух человек. Двух экземпляров, да, или двух штук, кому как удобнее. Учится на филологическом факультете. Какие есть варианты? Да, пожалуйста, пожалуйста. Кто хочет? Вот я вижу, девушка знает, но стесняется. Да? Давайте. Покажите всем пример. Два моих двоюродных брата учатся на филологическом факультете. Да, два моих двоюродных брата. Почему именно так? Потому что слово «брат» — это слово мужского рода. Числительное «два», соответственно, мы понимаем, что прилагательное мы должны поставить в
форму родительного падежа. У меня большая семья, у меня есть сестры, их очень много. 5 человек. Это я о примере номер 2 говорю. У меня есть 3. Родные или 3 родных? Родные. И 2? Двоюродные. В 34. Падеж. Локатив номер 6. Предложный. Давайте правильно склонять слово «случай». Да, в 34. Да, из 100. Эксперимент заканчивается неудачно. Мне не хватает. Мне не хватает. Какой дальше падеж будет? Родительный. Одна маленькая деталь, что правило-то работает в именительном и винительном падеже. А в родительном, дательном, творительном, предложном падеже мы всегда используем множественное число. Значит, мне не хватает 2 общих тетрадей. Он привел 4 девушки домой. Он привел 4 разных или разные? Разных варианта решения задачи. Все правильно. Ну, немножечко тренировки, и это перейдет на уровень автоматизации. Продолжаем тренироваться, да? Просто не все поместилось на этом слайде. Собирательные и числительные. С собирательными и числительными отдельная история. Вот мы только что, несколько минут назад, уже пытались понять, да, а что будет лучше? Он рад 2 студенткам или он рад 2 студенткам? Да, если мы будем говорить о числительных от 2 до 7, в именительном и винительном падеже. Если мы будем говорить о числительных от 2 до 10 в родительном, дательном, творительном и предложном падежах, то мы должны понимать, что собирательные, числительные, вот извините, вот такой вот патриархат, мы можем использовать только для обозначения лиц мужского пола. Ну, соседство, конечно, очень приятное, и детеныш, и животных. Да, вместе веселее. Да, а вот дамы, извините, это отдельная история. Но дамам должно быть приятно то, что они не входят в один ряд с детенышами животных. Да. Итак, тренируемся. Шли. Мы используем собирательные и числительные, помните. Мы стараемся использовать собирательные и числительные. Шли. 7 или 7? 7 человек. Дальше. Очень плохо слышу. Я к старости стал совсем глухой. Да. Шли 7 человек, а вот дальше что-то непонятное. 5 или 5? 5. Взрослых. И? И двое детей. Отлично. В нашей группе учатся лучше всех. Но вот конкретно в нашей группе лучше всех учится, ну, я, наверное, никого не обижу, 5 преподавательниц. Или 5 преподавателей. Да? Или 5 преподавательниц. Или 5 преподавателей. Вы понимаете, о ком я говорю. Да. А вот здесь ситуация, которая говорит о девушках. Ну, как же без девушек? В нашей группе учатся лучше всех 4 или 4? 4. Или 4? 4. Или 4? 4.
Ну, возможно, в отдельных ситуациях слово «девушка» может обозначать лиц мужского пола. Да. Но обычно в классическом представлении все же слово «девушка» обозначает лицо женского пола, да? Поэтому с этими числительными, там 2, 3, 4, 5, 6, 7, мы не можем использовать собирательное числительное. Значит, учатся лучше всех 4 девушки, приехавшие из Испании. В детстве, это пример номер 3, я любил сказку о волке и... Я любил сказку о... Волки и семерых. Да. Какая твоя любимая сказка? Волк и семеро козлят. Причем козлят – это глагол. Это шутка. Следующий пример. За вечер я успел прочитать... Или пятеро рассказов. А почему? Потому что это не указывает на лица мужского пола и не название детеныша. Молодец. То есть рассказ это не детеныш. Несмотря на то, что это продукт. Да. А, студент, там, пять или пятеро, да, еще пока непонятно, было назначено прийти в деканат. Безличное предложение, дательный падеж. Да? Ну вот вы начали говорить, говорите. Пятерым студентам. Да. У нас только... Да. То есть четверо рук это не то. А мы можем в определенных ситуациях сказать четверо рук? Или только четыре руки? Или четверо рук мы тоже можем сказать? В каких-то определенных контекстах. Да, только погромче, пожалуйста. А студенты не знают. Студенты уже дома. В мыслях. По-моему, если рука означает человек, то есть четыре человека, хотя я не слышала такого примера, но это... Ну давайте мы будем говорить о нормальных людях, все же людей, наверное, двое, а не четверо, да? Если четыре руки, то, наверное, человека два, да. А не четыре. Все же как-то очень странно, что у каждого человека по одной руке, да. И все. Да, действительно, если рука обозначает как человек, да, тогда у нас, конечно, четверо рук, нас четверо рук. В определенных ситуациях мы это можем сказать. А так формально у нас четыре руки. Прилагательные. Качественные, относительно притяжательные. Качественные прилагательные – это те прилагательные, как вы поняли, мы уже движемся дальше, у нас очень мало времени остается, а я должен вам еще очень много сказать. Прилагательные делятся на три группы. Качественные, относительно притяжательные. Зачем студенту нужно это знать? А студенту это нужно знать только для того, чтобы понимать, что притяжательные и относительные прилагательные нам не могут дать краткую полную форму. Не могут нам дать суперлатив и компаратив. Для того, чтобы получить суперлатив, компаратив, краткую или полную форму, мы должны брать только самые качественные прилагательные. Или просто качественные прилагательные. Да? Но все дело в том, что очень трудно иногда бывает понять, какое прилагательное является качественным или относительным. Например, железный – это качественное или относительное прилагательное? Железный. Так, смотря о каком значении. Соответственно, да, мы проверяем умение читать. Да, но тем не менее это правильно. Железный гвоздь. Это сделано из железа. А если железная медь или железный человек, это получается метафора, то есть в прямом смысле получается качественный прилагательный. Да, железная леди это Маргарет Тэтчер, а железный человек это кто? Это железный дровосек. Да? Железный человек. Или терминатор.
Да, действительно. Если мы используем прилагательное относительное в прямом значении, то оно работает по модели относительного прилагательного. Соответственно, не дает нам компаратива, не дает суперлатива, не дает полной краткой формы. Но стоит только нам изменить контекст, стоит только нам сделать другой смысл, железный человек, например, да? Он железнее, чем он. Он самый железный правитель из всех существующих в мире. Железное здоровье, да? Железная дорога. Это качественное или относительное прилагательное? Относительное, потому что материал. Есть некоторые сложности образования кратких форм качественных прилагательных. Если быть точнее, то не все качественные прилагательные могут дать нам краткую форму. Ну, например, «пребогатый». Он может быть прибогаче, чем он? Нет. Потому что это уже какая-то высшая степень качества, да? Разлюбезный, наипрекраснейший. Масти животных, масти лошадей, в частности, например. Вот вы на предыдущем занятии пытались мне объяснить, что такое лошадь. Да. Студенту, наверное, еще труднее будет понять, что лошадь или конь бывает буланой, или вороной, или гнедой. Но мы не можем сказать, что вот этот конь гнедее, чем этот конь. Да? А вот этот конь воронее. Он или буланой, или вороной. Прилагательное – это качественное, но, тем не менее, работает по модели относительного. Только полная форма возможна у прилагательных, которые работают в составе устойчивых словосочетаний. Ну, например, «круглый дурак». Вот он круглый дурак, а он еще круглее. Черный ход. Знаете, что такое черный ход? Что такое черный ход? Запасной выход. Да, запасной выход или запасной вход. Да? Это резервная лестница, резервный вход. Он черный не потому, что там темно, не потому, что он черного, там стены черного цвета, вовсе нет. Черный на самом деле для слуг, для черни. Потому черный, да? Суровая нитка. Это какая нитка? Вопрос для девушек. Суровая нитка. Сейчас будет очень странно, если кто-нибудь из молодых людей ответит на этот вопрос. Какая нитка суровая? Толстая, конечно, да. Белый свет. По поводу белого света есть тоже очень хорошая шутка. Знаете, как в России бабушки переходят дорогу? Они начинают переходить дорогу на красный свет, чтобы закончить переходить на зеленый, а по дороге прощаются с белым светом, соответственно, да? Обратите внимание на игру слов. Красный свет в прямом значении, а белый свет в переносном значении. Соответственно, вот этот цвет краснее, чем этот цвет, да? Этот цвет может быть белее, чем этот цвет. Если стиральный порошок, например, хороший, да? А вот белый свет, извините, он для всех один. Да? Ну что же, у нас остается еще несколько минут. Давайте мы поговорим о переходе из одних частей речи в другие. Опять-таки я хочу повторить то, что я стараюсь какими-то вот очень нейтральными мазками просто показать вам проблематичные зоны. Те участки, у которых есть слабые места. Те проблемы, которые встречаются у большинства студентов, так или иначе продолжающих изучать русский язык. Очень часто прилагательные могут трансформироваться в существительные. Точнее, формально, по внешнему виду, они остаются прилагательными, но работают в предложении как существительные. Например, дежурного ученика просят
зайти в учительскую. Как вы думаете, это прилагательное или существительное? Это прилагательное. А почему? Потому что, во-первых, есть существительное ученик, да. Просто ученика, а дежурный согласуется с учеником, то есть характеризует этот признак, то есть не простой ученик, а вот он дежурный, то есть в данный момент он дежурит. Да. А кто такой дежурный ученик? Либо который отвечает за чистоту класса, либо и за журнал. И за журнал, конечно, да. И за количество клея в журнале. Да. А вот дежурный дал учителю список отсутствующих. Что будет здесь? Существительное. Существительное. А почему? Потому что прилагательное выполняет роль существительного. То есть это объект, либо субъект действия. То есть уже имеется в виду, что именно дежурного. То есть имеется в виду, что... То есть данный... Бывшее прилагательное стало новым существительным. Угу, хорошо. У входа в школу стоял высокий дежурный. Обратите внимание, у входа в школу стоял высокий дежурный. Здесь уже дежурный, это будет как существительное, да. Точнее существительным. А высокий прилагательным. У входа в школу стоял высокий дежурный ученик. Молодец. Вы хорошо знаете грамматику. Это хорошо, это приятно. Я знал со слов взрослых, что этот вечер был совершенно особенный. Взрослые – это особая категория людей, которые знают только слово «нет» или «нельзя». Взрослые всегда запрещали мне курить. Да? Никогда. Не надо делать это и это, говорят мне взрослые. Взрослые люди обычно знают какую-то секретную правду, которая неизвестна детям. В одной ситуации слово «взрослый» — это существительное, а в другой — прилагательное. Совершенно верно. Причастия могут тоже выступать в роли существительных. Провожающие вышли из вагона. Люди, провожающие пассажиров, вышли из вагона. Это причастие. А провожающие – это? Существительное. Несмотря на то, что она обладает всеми признаками и функциями прилагательного. Причастия, простите. И образовано, соответственно, от причастия, от глагола. Провожать. Какая форма причастия? Какая форма причастия? Провожающие. Это я вас проверяю. Это активное причастие. Да. Да. Какого времени? Настоящего времени. Какого числа? Какого рода? Ой, молодец. Все знает. Вот берите пример, да. Да, пусть думают, что это мне хлопают. Провожающих попросили выйти из вагона. Тоже причастие функционирует как существительное. Существительные могут переходить в наречие, например, на голову, навстречу, в сердца, босиком, верхом, на скаку, поутру. Некоторые студенты поутру бегают на пляж, чтобы загореть. Да, загореть трудно, когда еще рассвета не было. Иванов на голову выше Петрова. Это существительное или наречие? Иванов на голову или на голову, как вам удобнее будет, выше Петрова. Наречие. Наречие. А почему наречие? Сравнение. Сравнение.
Ну хорошо, нет глагола, и что теперь? У нас есть компаратив, который выступает в роли предиката, выше. Нам важен признак. Да. А что значит «на голову»? Выше ровно. Ровно. Настолько на размер головы. Да. Какой размер головы? Приблизительно вот так. Ну, приблизительно вот такой. Так значит, это наречие или существительное, если здесь голова? Петров налил на голову Сидорова. Ну, хорошо. Чернила, там существительное. Да. А если он выше на голову, то это наречие. Точно? Я так думаю. А вы неправильно думаете. Потому что если он выше на голову, то есть вот количество, да, количество сантиметров равное по высоте голове, ну, выше на 30 сантиметров, выше на голову, так просто проще сказать, так нагляднее. А вот если он на голову умнее Петрова, это значит, он гораздо умнее Петрова, тогда это уже наличие. Ну, собственно говоря, таких вопросов и таких проблем очень много. Я старался вам показать самые основные моменты, самые основные сложности, которые возникают у всех студентов, вне зависимости от этнического происхождения. Слушайте, а вот что вы сейчас стали записывать? Вы так, я переключил слайд, вы так активно стали шуршать бумагами, ручками. Да, вы копируете финальный слайд? Да. Но на самом деле, конечно, я очень хотел в первую очередь не только что-то вам рассказать, объяснить, а в первую очередь заставить вас подумать о том, что русский язык на самом деле формальный. Это вот такое правило и вот такое исключение. Совершенно не обязательно все исключения запоминать. Нам главное понять, как работает это правило и понять, в каких ситуациях возможны отклонения. Мне было очень интересно с вами работать. Я надеюсь, что это занятие было достаточно полезным для вас. Я надеюсь, что вы смогли узнать что-то новое. А даже если вы вдруг ничего не узнали, то, по крайней мере, вы смогли повторить то, что вы уже знали в силу вашего безупречного владения русским языком. Мне было очень приятно. Спасибо вам большое.